Всем привет, меня Голден, всем мы продолжаем играть в игру по Half-Life, всем рассказываем, как мы закончили эпизод на вопрос, и теперь пришли к запутанности. Здрасте. Алекс, здорово! Ты куда? Гордо, тебе это удалось? Черт, как я рада тебя видеть. Да. Нам надо спешить, Гордон. Что ты делал? Что это было? А как еще так делать сейчас? О. Его будет не так-то просто вытащить. Пора уходить отсюда. Зачем мы пошли? Здрасте. Доски. Да, я знал там все. Да. У меня нет никакой информации. Время от времени они захватывают вертигонтов, и они сообщают нам кое-что. Но полной картины твое место у нас нет. То немногое, что нам известно, оптимизма не внушает. Приготовились. Больно. Идем. Чё там? Я проверил систему безопасности. Теперь поищем отца. Ну, погнали. Хорошо. Ай, больно. Ты давай. Взламывай это. Ты лучше дверь за что закрывай, не знаю. Ладно, давай попробуем открыть. Тан-тан. О, да, это он. Алекс, Гордон, неужели это вы, не верю своим глазам? Папа, ты цел? Я-то в порядке. Вам следует уходить отсюда. Мы вытащим тебя, папа. Не беспокойтесь обо мне. Спасайтесь. Нет, мы не уйдем без тебя. Я думаю, я смогу настроить портал, чтобы вытащить нас отсюда. А ну куда ты пойдешь? Я говорила с Кляйнером. Его портал почти заработал. Если он успел его восстановить, мы окажемся там. Если не успел, ну, хуже уже точно не будет. Тебя не стоит свеч, Алекс. Я не могу потерять тебя. Мы не уйдем. И не спорь. Но Джудит мы тоже не можем здесь оставить. Не переживай, папа. Мы найдем ее. А пока я отправлю тебя в кабину телепорта. Я не прощаюсь, папа. Встретимся там. Я уверен, что да. Встретимся там, крошка. Ну, вперед-то, что там? Давай, до свидания. Давай, погнали. Ладно, сюда. Чё, давай, я на готове. Куда?
Ой. Наконец-то. Тут только... Никогда дальше. И чё? Дальше. Чё, очень чё? Погнали. Отлично. Так, идем дальше. Так. О. С собой возьмем. Дайте, пожалуйста, мне водички попить. Спасибо. Даже обидно стало. Ой, что-то мне это не нравится. Давай побыстрее. Сейчас тут кто-нибудь придет, почему-то. Я же говорил. Эта штука еще была в первой халфе. Я тогда посрался. Вы давайте там прыгайте. Если я. Тудите вы. Там сундучок. Ну ладно. О. Да. Сюда. Кода нет. О. Да как же... Ну, жирная жопа, полезь. Тупой стол, тупой, все. Гордон злой. Все, никто. Почему любые вещи могут проходить, а я не могу? А. Нужно как-то... Так, можете, знаю. Уйди. Thank you.
Что я гранату кинуть? Действительно. Это чисто из-за логики, так бы я не догадался. Ой, да ничего страшного. Кто еще? И все? Я-то думал. Ну вот это все. Это фиаско, братан. Мама, иди ко мне, я не хочу патроны тратить. Спасибо. Лежа, нате. Приятно вообще так говорится. Блин. Чё, реально заново все надо делать? Все, вроде как все, у нас уже будет все через секунду. Где-то. Где? Погнали. Вот она. Минуту. Да как она? Извинись, пути. Я не по этому поводу. Что у нее на уме? Я обещаю не трогать Илай. Я признаю, что солдаты несколько перестарались, но он был слишком заманчивой целью, чтобы просто его отпустить. Особенно за отсутствием воды. Если бы были терпеливы и ждали моего сигнала. Мы не были уверены, что ты вообще за это возьмешься. В наши времена слово «преданность» мало Доктор для кого имеет значение. Я уже говорила, вы должны позволить Илаю самому встать на вашу сторону. Нельзя же просто... Я знаю доктора Венса гораздо дольше, чем ты, моя дорогая. И я боюсь, что твои чувства к нему ослепили тебя. Чувства? Да ты что? Ее побрал, я не верю. Пошли, Гордон, теперь нам точно нужно торопиться. Иди первым, я разрушу следующий уровень защиты и догоню тебя. Хорошо. Я тебя захочу
с собой. Это вообще можно, сука, она просто всех там. Стреляй! Ладно. Ладно. Угу. Я понял, вода опасная. Да, понял. Знаете, как лучше вот сюда вот? Безопаснее будет. Так, иди сюда. Ага. Ох. Так, здесь мини-паркурчик такой. Ой. Ай. А куда еще надо идти? Больше некуда. Нет. А как тут еще? Я понял уже. Уйди. Последний патрон. Отлично. Это... Больно, слишком больно. Уже нельзя. Дыру. Уйдите от меня. Хилка, спасибо. Сейчас погоди найду. О. Сейчас погоди минуту. Я, в принципе, готов. Боже мой. Держи пулеметы наготове. Тебе надо продержаться, пока я не пройду.
наготове. Ну, будем ждать. Где еще? Нету? Все, он другие сломали, вот нет. Есть еще один. Ну и хорошо. Не, тихо. Держись, а ты сможешь. Где? Здорово. Это нормально все. Погнали. Да, русско. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось видео. С вами был Golden. Это был Half-Life. Всем удачи. И всем пока.